Правда, пока документы подают лишь выпускники прошлых лет. А вот основной поток, около 20 тысяч выпускников, вузы ждут не раньше, чем через неделю, когда школьники получат аттестаты. В целом, в правилах приема в университеты не произошло существенных изменений. Подать документы можно, как и прежде, в 5 университетов, в каждом не более чем на 3 факультета. Победители и призеры всероссийских олимпиад смогут поступить вне конкурса. Также на бонусы претендуют те, кто может похвастаться различными спортивными достижениями. Например, результатами сдачи ГТО.